А кандидат в президенты от социал-демократической партии «Адоалат» Робахон Махмудова провела встречу с избирателями Джизакской области. После своей речи кандидат подробно разъяснила суть предложений и целей, включенных в предвыборную программу. Кандидат в президенты Республики Узбекистан от социал-демократической партии «Адоалат» Робахон Махмудова встретилась с избирателями Джизакской области. Во встрече приняли участие представители электората партии, депутаты местных кенгажей народных депутатов, представители общественности и СМИ. В начале мероприятия доверенное лицо кандидата ознакомило избирателей с биографией Робахон Махмудовой. После в своей речи кандидат в президенты от партии подробно разъяснила суть предложений и целей, включенных в предвыборную программу. В частности, было отмечено, что программа предлагает социал-демократическую модель построения справедливого гражданского общества, предусматривающая демократическое правовое, социальное государство и процветание для всех граждан, укрепление статуса педагогов и медицинских работников и поощрение их труда. Мы предлагаем социал-демократическую модель построения справедливого гражданского общества, предусматривающее демократическое правовое и социальное государство и процветание для всех на пути развития нашей Родины. Для надежной защиты прав и свобод человека, в первую очередь, в целях обеспечения независимости судов, отменим практику отчетности судей перед кенгашами народных депутатов. Мы за то, чтобы суды были оплотом правосудия. На пути к обществу без коррупции считаем, что необходимо продолжать борьбу вместе с нашими гражданами. Мы выступаем за приоритет трудового законодательства, полное обеспечение прав работников. Мы уделим особое внимание обеспечению занятости, созданию новых рабочих мест и повышению реальных доходов населения. Нашей первоочередной задачей является разработка правовых механизмов, обеспечивающих справедливое распределение доходов, полученных в результате хозяйственной деятельности государства. Мы усовершенствуем систему предоставления субсидий и усилим контроль за их целевым использованием. Мы выступаем за улучшение таможенных и налоговых льгот и стимулирования отдельных секторов. Также мы намерены превратить договор между клиентом и поставщиком в реальный юридический документ. Мы отдаем приоритет тому, чтобы любой спор разрешался решением суда. Выступаем за расширение масштабов государственной поддержки в сельском хозяйстве и внедрение новых механизмов страхования. Мы за продолжение гарантированного медицинского обслуживания населения, широкое внедрение современных технологий и методов лечения. Каждый гражданин имеет право жить в свободе и справедливости, мире и процветании. Наша главная цель – построение справедливого общества и правового государства. Кроме того, в предвыборной программе говорится о важности создания необходимых условий для благополучной жизни каждого человека во всех сферах жизни общества и государства, обеспечения социальной справедливости и верховенства закона, признавая, что человек, его права, свободы и законные интересы являются высшими ценностями государства и общества. Отмечено, что особое внимание уделяется задачам и целям включения нашей страны как сильного социального государства в число развитых стран с высоким уровнем жизни, в котором осуществляются принципы свободы, равенства возможностей, справедливости, социальной защиты и ответственности. Предвыборной программе кандидата уделяется отдельное внимание вопросам повышения роли местных кенгашей и народных депутатов за счет усиления парламентского контроля над местной исполнительной властью. В последние годы в стране осуществлялась работа по увеличению роли местных кенгашей. Теперь дополнительно к этому кандидат предлагает предоставить народным депутатам областных, районных и городских кенгашей право выражать недоверие хакимам для поддержания дисциплины в управлении государством. Это, в свою очередь, приведет к тому, что хакимы и представители исполнительной власти лучше начнут ощущать ответственность перед народом и изменят подход в своей деятельности. Также в программе говорится о необходимости введения порядка, согласно которому члены парламента должны проводить половину своего рабочего времени со своими избирателями и работать вместе с народом. Это позволит депутатам непосредственно изучать проблемы и мнения людей и на основе этого совершенствовать эффективность работы парламента. Вместе с этим в предвыборную программу включены такие аспекты, как разработка национальных индексов для укрепления института семьи, а также комплекса мер по повышению показателей Узбекистана в международных рейтингах, реализация концептуальной идеи «Здоровая семья, здоровое общество 2030», повышение социально-политической активности женщин. Также уделено особое внимание обеспечению их занятости, улучшению условий труда и всестороннему вовлечению женщин, особенно сельских девушек, в семейное и частное предпринимательство и ремесла.
Внимание к женщинам – это очень важно, так как в современном мире женщина должна иметь профессию и реализовать себя в жизни, быть в курсе всех изменений. Учитывая это, в предвыборной программе важными направлениями указаны трудоустройство женщин и защита их прав. Также в программе указано установление парламентского и общественного контроля на местах. При этом предусмотрены практические меры по обеспечению эффективного влияния этой системы на жизнь государства. Стоит отметить, что в предвыборную программу кандидата входит также реформирование образования и обеспечение прозрачности подготовки современных кадров. В предвыборной программе кандидата, помимо инициатив, направленных на развитие государства и общества и обеспечение благополучия граждан, уделено отдельное внимание социальной сфере. Стоит отметить, что развитие науки и образования также уделяется особое внимание. Согласно программе, во всех уровнях образования предусматривается формирование знаний и навыков подрастающего поколения, исходя из требований времени, воспитание их на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Кроме того, уделено внимание квалификации педагогов. В предвыборной программе ставятся задачи по разработке мер для создания условий и новых возможностей, исходя из интересов, стремлений молодежи. Думаем, что эти инициативы дадут свои плоды. Внимание участников привлекла важность построения справедливого общества как неотъемлемой части предвыборной программы, в которой приоритет отдается обеспечению независимости судебных органов. На встрече участники высказали свои мнения и предложения по важным аспектам предвыборной программы кандидата, а также получили ответы на свои вопросы. В завершение же мероприятия собравшиеся призвали избирателей поддержать программу кандидата и участвовать в выборах президента республики, проявляя активную гражданскую позицию.